Со снегом и наледью на крыше рабочие справляются в считанные минуты. Плюсовая температура в городе держится уже несколько дней, поэтому кровли нужно очистить до того, как на них образуются большие сосульки. На улице Склиренко коммунальщики работают оперативно. После того, как рабочие очистили крыши, весь снег и лед сразу вывозят. Находить самые опасные участки помогают жители. Старшие по дому нам очень помогают. У нас есть колл-центр, куда делаются заявки. Заявки оперативно обрабатываются. Сразу создается бригада, и мы приступаем к очистке кровель. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям города поручено убирать снег с крыш в усиленном режиме. Неубранные вовремя сосульки могут стать реальной угрозой для горожан. Здесь не только управляющие компании, а мобилизовать надо на эту работу всех в буквальном смысле. Значит, административные комиссии, жилищный контроль. Значит, ресурсоснабжающая организация тоже касается вопроса. Максимально отрабатываем эту тему. Значит, я попрошу ГАТИ, значит, к этому вопросу тоже подключайтесь. Значит, есть нарушение, составляем акты, значит, передаем в административную комиссию. Всего за сутки на очистке крыш в городе задействовали больше 100 бригад, очистили больше 300 кровель. Лариса Шлафаст, Марианна Мирная, Станислав Левин, Максим Гусев. События.